хамонги, который такой средний вариант. То есть в хамонге можно выйти на выставку, можно сходить к друзьям. Вообще слово хамон означает посещение, визит. То есть это такое кимоно, в котором можно к друзьям сходить. Да. В общем, выбирайте кто что хочет. Но я предупреждаю, что те, кто выберут хамонги, вам будет сложно вязать пояс, потому что он сложнее. Это сейчас я посмотрю. Это пояс. Это пояс брать не надо пока. Это пояс. Так, пояс. Это юбка. Отлично. Это пуришот. Это хамонки. Поздравляю. Понятно. Это тоже пуришот, по-моему, последнее. Так, кто моя модель? Кто моя модель? Сюда. Смотрите, это... это не правда, я еще поиску. Прекрасно. Юкатка у нас сегодня в руке, вы и моя. В чем отличие юкаты от других кимоно? У нее, видите, ворот уже согнут. У остальных кимоно, то есть у всех остальных, кроме нас двоих, у вас ворот будет не согнут. Поэтому первое, что вы делаете, это вы находите ворот, он сверху, да, и смотрите на него, да, сюда, пожалуйста. Вот смотрите, у вас, я честно говоря, просто не со всеми этим кимоно знакома, вот я вижу, у вас, видите, кнопочка. Вы просто подгибаете и закалываете кнопочку. Если у вас кнопочка, вы... У вас кнопочку ставлю. Да. Вот, есть... Вот такая система со шнурочком, где шнурок надо просто затянуть, и кимоно дёрнуть за верёвочку. Вот, только не дёргай очень сильно, пожалуйста. Затяни аккуратно. Все, да, сложили этот ворот? Отлично. Вот эти наши шнурков нет, нет? Нет, если у вас кнопка, у вас нет шнурков. То есть тут либо шнурок, либо кнопка. Так, надо очень сильно затянуть. Так, пожалуйста, да, следите, чтобы кимоно все-таки по полу не так не волочилось, а только не очень хорошо. Вот, дальше вы берете свою модель и вперед. Осторожно, очень легко попасть в подмышку. Поэтому следите за тем, да, где... Просто тут в подмышке тоже есть разрез. Поэтому важно попасть в рукав. Просто думаю, как бы сделать так, чтобы всем было видно. Давайте вы подойдите сюда, а вы, кто одевает, можете как-то разойтись, чтобы всем было видно. Смотрите. Все оделись. Смотри. Согнут. Ворот должен быть согнут по всей длине, до самого конца. Вот до этого самого. Да. То есть, как бы, у вас не получится его прямо согнуть, чтобы он таким остался. Но за этим важно следить, чтобы он не распахивался. Отлично. Вот. Теперь смотрите. Помним про правила покойника. Запахиваем правую сторону. Вот. СС. Так, смотрите, немножко вот что тут делаем. Тут надо следить за длиной. Сейчас мы фиксируем длину. Вот так держите вот за эти края. Вот. Вот за самый-самый низ ворота. Приподнимайте до того момента, чтобы кимоно, вот на девушке кимоно сидит ровно, как оно должно сидеть. То есть оно должно быть вот так. Фиксируйте длину. Да, девочка, подожди, я тебе говорю, подними. Зафиксируй длину.
Если кино слишком длинное, это хорошо, Даша. Поэтому вы вот так понимаете, фиксируйте длину. Да? У всех получилось найти правильную длину? Отлично. Ну да, да, отлично. Вот, как бы, тут просто девушка, как бы кимоно довольно короткое, девушка довольно высокая, поэтому тут как бы не совсем получается правильно. Поэтому давайте я вот на этой девушке покажу, чтобы всем, кто не в юкате, было понятнее. У кимоно должно быть такая складка, она называется хашюри. И, собственно, ее сейчас формируем. То есть сначала вы плотно затягиваете правую сторону к бедру. Потом левой стороной вы ее так натягиваете, чтобы она зафиксировала правую полу снизу. И вот так доводите, смотрите, край должен быть где-то в районе бедра. Таким вот выше этот край. И смотрите, у вас воротник. Видите, у вас воротник распахивается. Он так делать не должен. Он должен быть вот. Угу. У вас тоже, видите, у вас тоже воротник разваливается. Вот надо, когда вы смотрите, когда вы запахиваете, вот вы прямо держите вот так согнуто. Да, вот вы вот здесь держите вот так, вы не держите вот закончик, вы сгибаете воротник и держите за складку, тогда оно не будет распахиваться. Следите, еще важно зачем следить, за задним швом, чтобы шов, вот видите, вот он должен быть посередине, потому что если задний шов уедет куда-то в сторону, это будет не очень. Получилось у всех? Не знаю, что говорю. Сейчас я посмотрю. Отлично, прямо супер. Ну, можно чуть-чуть тот край вниз, чуть-чуть. Вот левую полу чуть-чуть пониже. Во, супер. У тебя, смотри, у тебя распахивается оно. Видишь, оно не должно распахиваться. Оно должно быть чуть-чуть. Вот нижняя пола, правая пола. Попробуй ее чуть более плотно запахнуть. Чуть плотно. Нет, это левая. Ты держишь левую, я про правую. Ага. Смотри, ты не за то место ее тянешь. Нет. Надо тянуть ее за самый-самый нижний край. А мы нам за нерхевиц. А эстерит. Ага, айсенс. У ебернель нутерит. Ага, ага. И смотри, видишь, у тебя этот край укал. Смотри, как должно. Ровно. А вели барся ця. Я теду пагелюэс энфу. Теду пагелюэс айс нерхевиц. Лакит. Комот. А вели ля. Так, у вас, ребят, слишком высоко. То есть, видите, прямо у вас щиколотки открыты. Можно на вас? Я тоже посмотрю. У вас очень хорошо, единственное, что вы как бы мертвые у нас. Заха, ача такит, заха перевит. Вот, и смотрите. Нет, смотрите, вот подожди, да. Подожди, вижу, так правильно, но надо зафиксировать вниз. И девушка в комоде, можно я на вас тоже посмотрю? Шатлява, немножко у вас высоко пола получилось. Вот это верхнее. Чуть-чуть ее обрезайте. А можно длину? Да. Хорошо, единственное, чуть-чуть опустите. Чуть-чуть. Теперь, собственно, зачем на вас висят... вот эти штуки. Снимайте с себя короткий. Один из них короткий, другой длинный. Снимайте с себя. Давай. И смотрите, и подвязывайте назад. Подвязывайте вот так, под всеми вот этими складками. Все складки вынимая. Вот так. Подвязывайте на талию. Держите. Ну, примерно, да, чуть-чуть это... выше бедра, да, вот на талии. А как чудо? Ну, да, затягивать, завязывать надо достаточно сильно, потому что иначе оно поедет. Если, да, вот у вас получаются такие вот складки, это не страшно, так и должно быть. Все супер.
А еще у вас очень хорошо получилось. Все-таки вот тут надо его открыть. У вас вы его сложили, а это делать не надо. Так, у кого как получилось? А сбоку надо завязывать? Не важно, это абсолютно не важно. Нет, слишком высоко завязываешь. Вот здесь. Супер. Все отлично. Так, у кого еще? Отлично. Так. Смотрите, у вас та же проблема, что и вот у девушки в лососе руке. Это не трогайте, пока смотрите, в чем проблема. Видите вот этот хвостик высовывается? Так быть не должно. Его очень легко поправить, вы эту траву просто тянете чуть-чуть наверх. Опа, все, остальное все хорошо. Для вас выход закончится. Смотрите, у вас неправильная длина. То есть длина, смотрите, длина должна быть вот так, до середины пятки. У вас получилось очень высоко. Давайте попробуем еще раз. Смотрите, я попробую, смотрите. Вот так. Вы поднимаете. Фиксируйте длину. Вот так натягиваете. Пола. Захватывается. Ну, более-менее вот так. Давайте теперь вы попробуйте. А натягиваете, приподнимаете. Как только вы видите, что длина правильная, вы натягиваете. Захватываете. Вот, начинается. Да, пожалуйста, еще раз. Ты не ходи. Снова с... Все, с самого начала все поехало. Ну вот да, вот длина сейчас очень хорошая. А теперь смотрите, вот видите, у вас вот эти все складки образуются. Они должны оказаться у вас над завязкой. То есть вот вы чуть-чуть это все приподнимаете, завязываете. Так сильно натягивать не надо, это не важно, это второй шаг. Закончили. Первый, то есть, а в чем, можно чуть-чуть, можно так, да. В чем, собственно, важность этого первого шага, да, что мы делаем? Поскольку кимоно, оно надевается полностью на завязках, но вы увидите, что оно держится на двух завязках всего. Поэтому первый шаг, что делать? Фиксирует длину. То есть мы выбираем, какой длины будет кимоно. Второе, фиксируется. Хорошо получилось. Видите, просто. Фиксируется центральный шов. Этот шов должен быть посередине. Он не должен лежать ни направо, ни налево. То есть фиксируется длина, фиксируется запах. Да, то есть, чтобы ни одна... полы должны быть ровными. Вот эти, видите, полы должны быть ровными. Не должно быть, что одна пола высовывается из-под другой. Они должны... У кого как? Дайте я посмотрю. Ну, смотрите, видите, у вас опять длинно получилось. Но, смотрите, можно решить эту проблему вот так. Да, просто потянуть наверх. Но хорошо, то, что девушка очень сложная, а кимоно на более, видимо, полную. Поэтому у вас сдвигается шов, да. Просто поменяться кимоно. Да, теперь, ну, собственно говоря, теперь смотрим, что получилось. То есть смотрим на задний шов по центру левой. И смотрим, так,
Куда вы дергаете? Зачем вы дернули? Так, смотрите. То, что оно сзади заложилось, это нормально. Дергать, дергать не надо. Смотрите. Когда вы дергаете сзади, вы нарушаете чего? Длина, вот. Вот она фиксируется. Опа. Опа. Все. Заложено оно сзади. Не заложено, это как бы... Это мы не решаем потом. Проблема номер два. Так, всех, все закончили. Все, отлично. Теперь вторая завязка. Вторая завязка, она будет фиксировать за, собственно, то, о чем я говорила, да, запах на груди. Что мы делаем? Можно, можете поднять руку? Ага, у вас тоже дырка, все отлично. Левая рука. Видите, тут в подмышке дырка. Пропускаете нить, пропускаете вот веревку в подмышку, левую. Левую, да, вот эту. Да. Вот сюда. Сюда, все правильно. Вот так, смотрите. Вот, ну просто, все очень просто, да, с двух сторон. Угу. Теперь чаще тише. Вот этот, вот эту нить, да, вот этот край, который под мышкой, пропускаете за спину и выводите спереди. Вы пропустили через рукав. Да, куда? Вы пропустили через рукав. Так, я просто не совсем не видела. Так, вот так. Теперь вот этот конец за спину. За спину и выходите вот здесь. Понятно? Спасибо. У всех получилось? Все нашли? Где сюда? Мне нужно выходить. Теперь еще раз с нами так. Нет, здесь чувствую. Вот вот, у всех получилось? Получилось. Вот этой стороной, вот, которая у вас сейчас должна, вот вы перекрещиваете, и эта сторона должна быть у вас в правой руке. Да? Хачу-пач. Ачдер. Ага. Ваш контакт. И этой правой рукой, опять же, обводите за спиной. И выводите вот отсюда спереди. И даете вашей модели держать. Сань, там слишком короткий пояс. Было. А может ли с... Так, всех получилось? Отлично? Да. Ага. Да? Отлично. Теперь смотрите. Так. Просто за спиной. За спиной. И еще раз за спиной.
прямо очень-очень длинный шнур. Помните, есть шнур, который прямо очень длинный. Может, можно соединить? Тя, может, вот это? Нет, ну короткий вот так. Ну да, соединить два шнура. Извините, я экспроприручу. Ради блага и блага. Если не хватит, если не хватит, может быть, вот еще шнур, просто я думаю, как мы потом будет сам вязать. Так, у всех получилось, более или менее, да? Ну, какие бывают сенсы? Так, ну смотри, ну просто завязано, ну завязано не очень плотно получается, поэтому оно постоянно утяжается. А может быть шнур шелковый, поэтому оно шелковый. Ну может сейчас я попробую просто сейчас потуже. Повыше, может, оно просто на, как бы разница зрительская. Да, подобно. Да, ничего. Ну, как бы, если вдруг перестанете, вы скажите. Вот, да, все отлично. Вот, вы держите. Теперь тот, кто одевает, он должен это расправить, все это безобразие. Во-первых, смотрите, есть... Надюля, ты берешь прямо вот здесь. Ага. Ты встань с той стороны. Начнем. Да. А, сейчас просто держимся. Получилось? Да. Ага, отлично. Смотрите. Так, все? Да. Нет, у вас все получилось? Нет, снизу. Тот, кто одевает, вы берете правую полу и натягиваете ее до, ну, собственно, до того момента, до куда она может дотянуться, в принципе, да, вы затягиваете ее. Смотрите, подправить надо вот здесь. И за как бы под вот этим вторым шнуром тоже надо поправить. Надо залезть рукой вот в эту складку. Сюда? У вас под, смотрите, у вас первый и второй шнур формируют складку, правильно? Ага. Вот надо туда залезть и аккуратненько все там расправить. Это получилось? Все красивенько? Ах, то у вас не очень красиво. Вот ваник. А, коробок в пакете. Вы можете посмотреть. Да. Держит вот эти шнуры, вы поднимаете вот эту складку. Смотрите, вот у вас вот эта складка, да? У вас все разошлось, потому что вы слишком слабо.
слабо затянули потоки души. Давайте еще раз. Но придется сначала это делать. Давайте. Не, потому что как бы надо делать сначала. В принципе, склад... Да. Держите, смотрите, а вы берете вот эту шляпку, ее расправляете. Вот эту шляпку. Вы расправляете. А, да? Да. Это у нас это пока не нужно. Важно, чтобы склад получился красивый. Сейчас сзади, смотрите, сзади складка тоже будет складывать. Это не то, что будет складывать. Поэтому ее сзади тоже надо расправить. Расправляйте в стороны. То есть вот видите, вот здесь складки, вы расправляете их в стороны. Потому что в подмышке есть вырез, и, соответственно, все складки ведут в этот вырез. Нижняя складка должна быть красивой. Это важно. Это надо было. Да, можно, в принципе, если увидеть, что эта пола правда у вас внезапно в одну ехала по дороге, можно залезть в подмышку, тут есть дырка, и ее изнутри. Что вы делаете? Вот эту вторую полу. Если вы видите какие-то складки, складок быть не должно. То есть, наверное, вот у вас сейчас, видите, оно все в складках. Вы сейчас завяжете, эти складки надо расправить. А у вас, в принципе, смотрите, вот, например, видите вот эти складки? Этих складок тоже быть не должно. Они все должны быть у вас очень слабо затянуты. Его надо сильно затянуть, потому что это все, вот видите, у вас оно уже начало разъезжаться. Затяните прямо стильно. Вот так вот. У вас тоже оно разъезжается. Вы не перевязали? Оно что-то оно не любит, как перевязали. Прям туго? А, ну ладно, тогда. Вот. Он? Да, то есть... В общем, вы убираете тщательно все складки, которые вы видите. Все складки тупо убираете в подмышку. Просто как бы ничего такого с ним делать не надо. Просто все складки растягиваете в сторону подмышки, они там исчезнут. Так. Ну. Раз, у вас вниз уехал. Два и у нас да, три. Вы идете, если хотите, вы можете даже раздеться, если вам жарко, потому что пояса мы пока вам завязывать не будем. Если хотите, можете пока еще раз. Например, хамонги могут пока подтянуться друг на друге, переодеться, надеться еще. Сейчас мы будем завязывать пояса для фурисода и юкат. Они будут немножко по-разному, но по типу похожие. Ой. Вот, да, еще что я забыла сказать, вот у вас вот прямо видно, смотрите, вот эта нижняя завязка не должна высовываться. То есть нижнюю завязку, вот эти краешки, да, вот так убираете под саму веревку. Ага. Все. Это да. Вот. Так что, ну, то есть, смотрите, да, вот. Раз, два, три. Гуляют. Пояс, одна штука. Вот. У нас хамонги, да? Хамонги. У вас хамонги, да. Никто не хочет пояс. Отлично. Держите. Это вы хотите? Держите. Кто здесь остался фурисодный? Кого не осталось? О, боже, какой. Ну все, значит. Есть еще, в принципе, вот такой и вот такой. Так что выбор есть. Как бы не стесняйтесь. Вы тоже можете посмотреть, вот видите, любой из четырех.
То, что вам, а, то, что вам по цвету нравится, то и берите. Так, теперь, так, у нас фурисоды двое, да, тогда... Шнуры вот для вас двоих, какие вы хотите, розовые, зеленые, беленькие, зеленые, еще один зеленый, любой, видите. Так, теперь такое самое сложное. Это пояс, это если вы когда-нибудь занимались оригами, то это будет очень похоже. Поворачивайте свою модель себе спиной. Модель руки поднимает вот так. Если у вас любисоды, как у вас и у вас. Нет, вам пока не надо, вам другой. Для удобства рукава вот так вот сворачиваете. Ага. Вот вы тоже разверните рукава, чтобы удобно было. И смейте руки вот так, как будто как на зарядку. Ага. Все, у кого короткие, просто. Вытягивай. Просто важно, чтобы можно, чтобы ну, сильно не затягивайте, просто они там не завернутся. Ага, вот так. И вот так. Ага. И смотрите, берете пояс. Люди, у которых фурисоды, берут свой пояс, вот он, находят у него конец. Конец, на конце будут вот две таких полосочки. Продолжишь. Он либо с одной стороны, либо с другой. Конец один. Вот, вот у вас вот концы. Ага. Вот, вот ваш конец. Из конца пояс складывают вот так пополам. И полностью весь пояс, только на вы бросать не надо, положите на стул, пожалуйста. Вот. Так складывайте его полностью пополам. У нас у югат, у нас пояс так, пополам, называется ханхава, половина длины, то есть как бы его складывать не надо. Большие пояса складывать надо. Тоже, пожалуйста, не надо на пол. Положите вот сюда, накиньте на стол. Вот здесь складывайте треугольничек. Вот началось оригами, да? Вот, вот так. Смотрите, вот у вас хвост, да, вот так вот. Вы складываете вот такой треугольник. Вот, смотрите, вот так. Давайте я сейчас подойду, посмотрю. О, отлично. Только единственное, смотрите, вот эта часть должна быть сверху. Вот так. Но вы треугольник правильно? Нет, смотрите, что сверху. Вот, все, вот вы держите. Так, получилось? Супер. У вас получилось? Я здесь не посмотрю. Так, так, это у вас оказывается снизу. Смотрите, вот. С сгибом к шее. Видите, вот сгиб, он должен быть к шее. Вот так. Следите за тем, чтобы он не расходился. То есть вот шов к шву. Так. Ну, собственно говоря, держите здесь крепко, потому что сейчас будем крутиться. Свернули угол. Да, вот уголок. И дальше крутите человека по движению пояса. Вот так потихоньку человека обматываем. Ага. Стоп. Первый раз обмотали. Получилось у вас? Да, да. Лучше вы не крутитесь, пусть модель крутится. Вы так страдаете. Вот. Стоп. Стоп. Смотрите, подождите. Вот, смотрите, видите, у вас пояс какой-то складчатый. Вы его, смотрите, вот сюда вставляете палец и затягиваете. Душить человека не нужно, но как бы, если пояс уедет, это тоже будет не очень хорошо. Поэтому он должен быть достаточно плотным. Угу. Первый круг получился? Первый круг получился? Отлично. Теперь по второму кругу. Поехали. Медленно, медленно.
Пока конец хвоста положить на человека, человек держит, и посмотреть, пока куда у вас все уехало. Потому что у вас все уехало. Это нормально, потому что понятно, что когда вы крутите кимоно, оно начинает разъезжаться. Поэтому надо посмотреть внимательно, что случилось с подолом. Разошелся ли подол? Чтобы стоять со мной, вот так вот развернись, прям, чтобы стоять со мной вровень, чтобы было понятно, что это. Вот так пропускаешь здесь лицо и просто завязываешь угол. Как рукава просто короткая, чтобы хватило на вам, она будет немножко на. Ну, сюда. Так, все, давай. Это пока не к вам относится, это мы ханхабу пока вяжем, вам немножко по-другому будет. Вы это вязать не надо, да, это для мягких поясов кимкаси. Получилось, нашла хвост. Попробуй его немножко центрировать. Теперь смотри. Потом тебя вот так. Дёргаешь, да? Ага. Стипаешь. Угу. Внутрь вот так. И ту сторону внутрь. Угу. Угу. Вот. Ну, смотри, да, вот это твой бант. Сейчас смотри. Берешь его за середину. У тебя. Ага, все, за середину. Вот так. Смотри, вот так. Вот так. Вот так сгибаешь.
И вот смотри, поворачиваешь. Вот. Ага. И теперь берешь этот свой хвост. Так, сверху. Сверху. Вот так. Вот сюда. И под узел. Вот записываешь под пояс. Ага, ага, ага. Прямо к снегу, под пояс. Он должен идти вот, вот сюда. Вот, видишь, пояс. Вот снег пояс, вот узел, ты его поднимаешь из под его пояс. Ты пропускаешь вот сюда, до самого низа. Вот тут расправляешь. Ну, видишь, вот складка некрасивая. И смотри, видишь, оно так не должно быть. Оно должно быть. Ой,